Сегодняшний сюжет, друзья, у нас будет о новогодней собаке. Мы уезжали на неделю отдохнуть, и собачку сдаем в такой пансионат. Вот вы видите, мы сейчас пришли забирать Чарлика нашего в этот пансионат, и там очень красиво, и так все это, новогодняя обстановка, апельсинчики, вот мандаринчики растут, дерево внутри, в смысле, елочка с игрушками, все как положено. И Чарлика нам сейчас выдадут, чистенького, помытенького. Порода этой собачки это называется Soft Coated Wheaten Terrier, то есть мягкошерстный пшеничный терьер. Сейчас вот мы его увидим. Чарлик вышел с помывки, можно сказать, из садика, где он неделю ждал, пока мы вернемся из отпуска. Его там почистили, помыли, пошампунили и повязали ему косыночку такую праздничную. Так, ну что, народ, мы заходим в машину. У Чарли есть привилегия. Он сам только ставит лапы. Не ешь гадость, мальчик, не ешь гадость. Иди сюда, Чарли. Так, он, Чарли ставит лапы, а дальше его за хвост грузят в машину. Он сам так вот не идет. Так, ну хорошо, вот он встал. Теперь его берут за хвост и загружают. Вы можете сказать, не жестоко ли это за хвост собаку? Дело в том, что собака — это порода терьеров. Ее такая основная функция в жизни — это, ну, с одной стороны, пасти стада, с другой стороны, по норам охотиться. Вот ее с дичью за хвост вытаскивают из норы, если доходит до дела, конечно. Чарли вообще очень породистая собака. И я хотел вам показать, как он бегает. Он очень красив, когда вот он так прохаживается или бежит. Но сейчас он как-то обленившийся, и не хочется ему ничего делать. Я как бы не получилось у меня показать его, так сказать, во всей красе, поскольку он сачкует. Но что делать? Вот, значит, какой есть. Мы сейчас с ним пробежимся и покажемся поближе. Давай, я тебя на ручки возьму. Стой. Только иди ко мне сюда. Видишь? Иди ко мне на ручку. Иди ко мне. Можешь. Давай мы с тобой снимемся. Давай. Давай придем к камере и скажем: я красивая новогодняя собака, Чарлик. Скажи: я красивая новогодняя собака. Помаши всем лапкой и скажи: с Новым годом, Merry Christmas и Happy New Year. Да, Тилун? Хорошо, скажи. Воу-воу-воу. Ну скажи что-нибудь. Воу-воу. Ну ладно, давай, отпускай.